Курской областной думе состоялось очередное 18-е заседание. На повестке дня у депутатов более 20 вопросов. Парламентарии приняли изменения в законы Курской области и обсудили инициативы в Государственную думу России. Приемные семьи для стариков. Сегодня в области их уже почти 30. Депутаты расширили возможности для создания таких семей. Ранее взять пожилого человека под опеку можно было только если жилая площадь для него составляла не менее 12 квадратных метров. Теперь норматив сократили до 7 квадратных метров. Другой важный вопрос – патентная система. На федеральном уровне изменения в налоговом кодексе будут рассмотрены на ближайшем заседании Государственной думы России. Суть этой системы налогообложения вводятся определенные критерии, по которым покупается патент и, значит, предприниматель спокойно работает. Но, на наш взгляд, в этом законе не учтены предприниматели, которые работают в разных местах. Одно дело работать в Курске, другое дело в Курчатове, третье в Железногорске, четвертое в Панырях. И вот мы вносим в Государственную Думу законопроект об том, чтобы внести еще и вот местоположение работы этого предпринимателя. Предполагается, что соответствующий закон должен вступить в силу 1 января 2013 года.